Он так любит всех нас, что оставил небо и родился в грешном мире, чтоб людей спасти, чтобы каждый смертный, как бы не был грешен, вместо горя, скорби, счастья, радость мог найти. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы быть распятым в мире за тебя, страдать, а тебе отдать всю славу. Любит всех нас, что оставил небо, и нет больше той цены, что за тебя он дал. Так иди сегодня на призыв Господень, отзови скорей ведока, так тебя он ждал. Он родился, чтобы быть распятым в мире за тебя, страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда верну небесную семью. Неужели в сердце для Христа нет места? Неужели не поймет она его любви? Неужели напрасно на кресте?